Мы продолжаем наш специальный выпуск. День знаний – это праздник, который никого не может оставить равнодушным. Взрослые сами когда-то ходили в школу. Многие из них сегодня проводили своих детей на праздничную линейку в форме и с букетом в руках. А как встречали учеников в гимназии номер 16 «Интерес»? Смотрите далее. У нас в этом году очень много первоклассников. Значит, мы набрали 6 первых классов. Это 170 первоклассников. Пожалуй, они главные на этом празднике. Сегодня для первоклассников и их родителей ответственный и важный день, полный гордости и радости. Дети и родители сегодня дарили букеты учителям, директору школы. Погода также приготовила приятный сюрприз. Не по-осеннему теплый день запомнился всем надолго. Ну, легкой учебы, да, чтобы то есть им сопутствовала удача. Сейчас учиться тяжело, нагрузки большие, поэтому, ну, чтобы у них все как бы легко шло. Ну, хороших оценок, хорошего настроения, друзей, дружный класс. Вот, и хороших взаимопонимания с учителем. Я бы очень хотела пожелать родителям, чтобы они с пониманием относились к школе, чтобы они любили своих детей, чтобы школа и родители всегда были соратниками, союзниками, потому что мы делаем одно дело – воспитываем их детей. По всей России сегодня прошли торжественные линейки. В этом учебном году за парты сядут 15,5 миллионов учащихся. Мария Лапчева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.